Привет, друзья! У славянских народов существует великое множество разных примет, и одна из них гласит о том, что нельзя выносить мусор из дома после захода солнца. Чем это чревато и как на это смотрят те же британцы? Сейчас об этом и поговорим. В старину считалось, что если женщина выносила мусор поздно ночью, то она была очень плохой хозяйкой. Соответственно, это был плохой пример для подражания. Из-за этого семье, попавшей под прицел сплетен соседей, было трудно в дальнейшем выдать своих дочерей замуж. Ведь кому нужна неработящая невестка? Почти каждая нация верит, что в доме есть свои невидимые защитники. Для славян это домовые. Они не только защищают семью от всевозможных злых духов, но и концентрируют благоприятную энергию. Приверженцы этой гипотезы считают, что домовые очень любят порядок и сильно обижаются на хозяев, которые не смогли выкинуть содержимое урны, пока светило солнышко. Они могут даже уйти из дома или квартиры, если сочтут человека неряхой. А при таком раскладе вас ждет один негатив и неудачи. В старину также считалось, что ведьмы и колдуны, практикующие черную магию, часто используют вещи, выброшенные людьми после захода солнца. Они могут наложить проклятие на предмет, найденный в куче мусора, а затем подбросить его своей жертве. Вы ничего не заподозрите, а ваше здоровье начнет ухудшаться. У восточных мудрецов свое мнение на этот счет. Согласно фэншую, выбросить содержимое мусорной корзины после захода солнца – это удар по вашему финансовому состоянию. Инь – это энергия ночи, подразумевающая мир и покой, а янь – дня, для которого характерны движение, успех и добыча. Весь бытовой мусор – продукт энергии янь. Избавляясь от него ночью, вы смешиваете энергии, что приводит к дисбалансу ци. Также считается, что выбрасывая мусор после захода солнца, человек выносит из своего дома частицу энергии, которая принадлежит всем членам семьи. В результате семья начинает плохо себя чувствовать, им не хватает силы, и опять же все это отражается на финансах. В современном обществе не нужно быть суеверным, чтобы отказаться выносить мусор из квартиры в темноте. Те же британцы довольно скептично относятся к этому славянскому суеверию. Говорят они об этом так. Русские никогда не выносят мусор ночью. Они верят, что если вы это сделаете, это приведет к краху в семье. Думается, они никогда не слышали поговорки «Если мусор не вынести ночью, то утром в квартире или на кухне будет вонять». И тут с ними трудно не согласиться, но, к сожалению, в нашем нынешнем обществе, на просторах бывшего СССР, вынос мусора ночью чревато неприятными ситуациями, не связанными с эзотерикой. Ночью на лестничных площадках или на улице можно встретить шатающихся пьяных задир, которые ищут приключения на свою голову. Поэтому придется отстаивать свою честь в домашних тапочках и халате. А домовой вам не поможет. Следовательно, потратить 5 минут днем на вынос мусора не такая уж и плохая идея. Не так ли, друзья?